Oriflame представляет Wellness-прокачка. Занятие 11 дня. Это командное соревнование. Умри, но не сдавайся. От Елены Санжаровской. Сегодня не получится откосить. Сегодня не будет спуска никому. И сегодня будет реальный приз. Супер крутой торт. Торт ПП. Идеально полезный. Вкусный, огромный, дорогой, нереальный. Его получит команда-победитель на обед после нашей игры. Снова белые против фиолетовых. По итогу каждого состязания победители выигрывают минуту. Первое испытание – 10 бёрпи на перегонки с соперником из другой команды. Следующий участник может приступить к выполнению только после того, как предыдущий член его команды завершит упражнение. Как только Елена нам показала упражнение бёрпи, она показала, как это сделать максимально точно, быстро и так, чтобы это было очень эффективно. Я поняла, как это сделать, и я показала то, что смогла. Ну, а как оказалось, это было на 100% верно, именно по методике Елены Санжаровской. И за счет этого я выиграла время для нашей команды, и мы выиграли первое испытание, мы сделали хороший отрыв. Советы от Елены Санжаровской. Если домашняя обстановка не способствует спортивному настроению, выходи на улицу. Занятия в парках, на спортплощадках могут стать твоей полезной традицией. Выкладывай свои воркаут-фотографии в соцсети с хэштегом «Wellness-прокачка». Участники спешат начать новое испытание – спасти капитана. Обеим командам нужно пронести своих капитанов 500 метров в гору по пересеченной местности. Это задание команде фиолетовых далось немного легче, чем соперникам. Для белых – сильный капитан, дающий им преимущество в других конкурсах. В этом задании стал тяжелой ношей. Давайте вот до этого столба раз, и до следующего столба два. Я никогда не представляла, что я там 1,5 метра ростом и 50 килограмм веса, я буду тащить там мужчину, который больше 100 килограмм, да, то есть это даже вот как бы в голове не укладывалось. Но, в принципе, оказывается, все это возможно. Хотелось помочь, что я, в принципе, потом и сделал. Я перевернулся на живот и как-то вот, ну, облегчал. Все-таки 4 девочки и 100 килограмм в гору – это сложно. Теперь капитанов ждет смертельный круг. На плечах, на руках, любым способом, хоть подмышкой. Они должны пронести через всю территорию wellness-кэмпа самую легкую из участниц без права на остановку. Чтобы отыграть минуту, капитан команды белых готов приседать с двумя бодибарами против любого участника команды соперника. 274, 275, 276, 277. И ему это удается. 5, 4, 3, 2, 1. Это Евгений с двумя бодибарами и Алена присели по 300 раз. Евгений пауэрлифтер. Ему вообще не свойственно выполнять такие упражнения. Но, во-первых, была девочка, а он мужчина. А во-вторых, команда за ним стояла. И поэтому я уже их пытался остановить, но чуть ли не плакали. Говорю, хватит. Но они присели по 300 раз. Это очень серьезно, это очень круто. Но несмотря на этот подвиг, по сумме баллов победила команда фиолетовых. Елена Санжаровская вручает чемпионам обещанный приз. Мы уже друг друга изучили и поняли, кто какой игрок за одно отвечает, какой игрок за другое, да, выбрали сильные и слабые стороны нашей команды. И уже каждый отвечал за свою функцию. Поэтому, наверное, мы и победили. Не бойся заниматься фитнесом на пределе своих возможностей. Так ты узнаешь, на что способен на самом деле. Тренируйся не только индивидуально, но и в компании друзей. Это отвлечет от перенапряжения и усталости, а также даст стимул сделать лучше, чем твой компаньон. Один человек, он может, конечно, достичь определенного результата. Но результат команды, вы знаете, это всегда гораздо более крутой, более серьезный результат. И поэтому в жизни это дает такой опыт, вот этот вот всплеск эмоционального энтузиазма командной работы, он дает огромный опыт для ребят в жизни. Смотри новое видео «Дневник 12 дня» на сайте с 3 октября. Следи за обновлениями и прокачай себя вместе с Wellness от Oriflame.